Итак, дети, смотрите все на меня. Скажите-ка мне, что это за буква? Что за буква? Ну-ка. Какая буква? Вот такая вот. Важная. Так. Молодец. Абсолютно верно. Молодец. А сейчас угадайте ко мне, что это за зверь. Смотрите на меня. Это привидение. Тигр. Молодец. Правильно. Песенку. Угадайте ко мне вот такую песенку. Смотрите. Старая, старая женщина, где моя домашняя птица? Ну-ка, что это за песня? Жили у бабуси два веселых гусик. Молодец! Что вот это такое? Ольга Павловна, без вас моя жизнь похожа на черную металлургию. Что это такое? Амалия, ну-ка, что это? Любовь. Молодец. Абсолютно верно. Смотрите, что это такое? Я давно знаю центр лечебной педагогики. Здесь занимаются с особыми детьми. У них тоже есть право учиться в школе, хотя обычно с этим возникают проблемы. В ЦЛП педагоги готовят особых детей к школе и к школьным правилам. Результат фантастический. 100% выпускников ЦЛП поступают в разного рода учебные заведения, в том числе и в обычные школы. ЦЛП помогает им в этом, а мы вместе можем помочь ЦЛП. Ну, что это? Ты знаешь, Ваня? Вообще-то я показывал телевизор. Но твой вариант мне нравится гораздо больше.